Ну а покупки в сети магазинов «Евроопт» продолжают приносить крупные выигрыши. Сегодня победителям 50-го тура игры «Удача в передачу» вручили ключи. Кому достались три внедорожника и главный выигрыш – квартира в Минске, в материале наших корреспондентов. Я пока этого не осознаю. Не зря говорят, что везет тем, кому удача на самом деле просто необходима. В семье Кудака о таком выигрыше и мечтать не могли. Новая столичная квартира – отличное финансовое подспорье. Ольга – студентка платного отделения, а мама Светлана растит тяжелобольного сына. Мама этого достойна, это да, это просто, вот я в этом уверена. За все свои страдания. Спасибо. Я не могла в это поверить, потому что нам никогда не везло до этого момента, вот. Я же говорю, я только сейчас вот понимаю, что да. Пока Ольга не решила, будет ли переезжать в столицу. К тому же деньги в семье очень нужны, а стоимость аренды такой квартиры порядка 600 рублей в месяц. Поэтому выигрыш – настоящее рождественское чудо. Мечты исполнились еще у трех победителей, обладателей внедорожников. Зарегистрировался неделю назад, а в понедельник грузчик Игорь Бейзаров из Добрыша прямо на работе в Евроопте узнал, что выиграл внедорожник. Это всего лишь третья машина, которую за все время проведения игры выиграл сотрудник холдинга. 31-го у меня было день рождения, 1-го я зарегистрировался. И вот с первого раза получилась такая удача. Не думал, что... Автомобиль. Ольга Абдигапирова из Слуцка не могла подобрать слов, чтобы описать радость от победы. А муж Александр по привычке ждал удачу в субботу. В это время был за рулем. Она позвонила, сказала, что выиграла машину. Она сказала, что в понедельник никто не разыгрывает ее. В воскресенье прошло-то. Оказывается, эфир перенесли, розыгрыш. И потом я только поверил. Минчанка Ксения Лазарчик через полчаса после заветного звонка уже сидела в собственном внедорожнике. Приехала в студию сразу после работы. На Новый год загадала обзавестись автомобилем. И с удачей в придачу мечта сбылась. У меня все такое трясло все внутри. Просто ну, неописываемые эмоции, непередаваемые. Такое вот такое счастье неописуемое. Но я обязательно отучусь на права в этом году. Тоже. Игра продолжается. Теперь удача приходит каждый понедельник. В два раза чаще розыгрыши и в два раза больше шансов выиграть квартиру или машину. В самом разгаре 51-й тура игры. И уже в понедельник мы разыграем квартиру в престижном районе Минска. Три автомобиля Nissan Juke и 50 тысяч денежных призов. Всего одна покупка может круто изменить жизнь. А в числе этих счастливчиков уже через 4 дня можете оказаться именно вы. Не забудьте лишь товар удачи захватить. Алексей Кряквин, Яна Лазовик, Андрей Мушавец, Александр Зонов. Наши новости ОНТ.